Здравствуйте. Здравствуйте, мои дорогие. Я сегодня все утро проспала, потому что ночью не спала. Вот. А почему не спала ночью? Ждала своего жильца. Товарищ пришел. Вот. Он прилетел ночью. Вон она я. Прилетел ночью. Я его встретила, покормила. И он пошел спать. А утром уже ускакал на работу. Я ему там отопление включила. Ну, вчера еще. В общем, все нормально. Вот. О. Вон, видите, нарциссы-то растут и растут, несмотря на то, что был мороз. Вот. Сейчас тепло, но ветер этот. 14 градусов на улице. Воронье разлеталось. Пересмотрела девочек. Марина моя, Августа Рококо, выложила тушенку, они варили куриную из своих курочек. Лариса Табашникова наконец-то появилась, долгожданная. Это очень прям приятно, что девочки мои снимают и показывают. Цветут. Ой, маленькие, такие маленькие. Подснежники тоже цветут. Гляньте, как прям. Ой, уже вон какая-то оса, что ли, прилетела. Надо же. Не спится им. Сейчас смотрела погоду. Ну и что хочу вам сказать? Все это помёрзнет. Наверняка. Потому что аж до самого конца февраля будут морозы. Представляете? Практически послезавтра уже. Начнется, будет и 9 мороза, там, и 7, и 6, и в общем. Вот так вот. Цветочки повылезали рано. Надо же. Угу. Вот такие вот дела. Да, рано я обрадовалась, что весна. Повыносила все цветы на улицу. Уже сегодня стояли на солнышке. Все как надо. Теперь надо будет заносить все назад домой. Угу. Видите, как обманчиво весна-то. Я понимала, что еще не май месяц. Но что вот так вот, прям морозы такие. Как-то не верилось. А ну на тебе. Приличный. Приличное животное. Все утоптано лапами, весь стол. Все. Давай. Смешной такой. Лапки приподнимает, сидит. Ой. Вышла посмотреть на закат. Девчонки, короче говоря, сегодня ничего я не делала. Ну, так что-то там разобрала, там что-то разобрала. А так ничего не делала, сделала себе выходной. А почему выходной, поймете завтра. Интриг такая. Правда, интриганка из меня никудышная.
Ну, в общем, отдыхаю сегодня от всего. Поразбирала, поубирала кое-чего. Хорошо, ничего не делать. Но я себе редко, конечно, такое позволяю. Ну, что делать-то? Вот так. Вот сегодня мне видео не присылали про собачку, потому что Саша работает. Ну, надеюсь, будут присылать, показывать мне, как он растет. Вот. Ладно, мои дорогие, видео будет сегодня короткое и, как сказать, ни о чем. О, вы видите, что делается? Сборище. Вот эти все ко мне есть ходят. Кошку поймал. Ой, девушка, и с ногами на нее залез, а? Кобелина ты, кобелина. Что ж ты ногами-то прям на нее? А, ни стыда, ни совести. Ну, ну, гляньте, что делается. Вот она, природа-то. Ой. Как-то даже неудобно это смотреть. Ой-ой-ой-ой. Ну ладно, зайки. Давайте до завтра прощаться. Сейчас поужинаю. Еще что-нибудь поковыряюсь. И сегодня надо спать пораньше лечь. Правда, я спала утром. Долго. Ну, не знаю. Посмотрим, что получится. Так. Чтобы не переживали, не болели, берегли себя. Вообще, чтобы все у вас было хорошо, мои дорогие. Вот я вас обнимаю, целую. Ну и пока-пока. А у меня тут сеанс продолжается. Ой, ой-ой-ой. Ладно, мои хорошие, пошла я. Все, пока-пока.